Привет! Наверное, тебя тоже бесит, когда ты в режиме создания персонажа пытаешься подобрать черты характера или красивый аутфит, но сим постоянно двигается и выдает какие-то эмоции. Чтобы это остановить, нажимаем сочетание клавиш Ctrl-Shift-C и пишем следующую команду. Ее, кстати, можно скопировать в описании под видео. Тыкаем Enter, и наш сим замирает в позе. Если ты все-таки передумаешь, снова открываем строчку и пишем тот же код, изменив в конце нолик на единицу. Как-то так это выглядит. А если тебе помогло это видео, не забудь поставить лайк и написать комментарий.